Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон. И, ребята, вот я уже немного тут расчистил вот это все, что тут было. Начал строить, я не знаю, как это можно назвать, ферму, да, тут у нас, я не знаю, ребята, мельница, что-то я еще как бы не достроил, да, только начал строить, но что-то такое оно у нас будет. Тут потом, может, априконы, пшеница, ну, просто-напросто, чтобы заполнить территорию, да, чтобы хотя бы хоть что-то было вокруг вот этого всего, не только, не только, чтобы был наш дом, и рядом с домом были априконы, да и все, и больше нифига толком бы и не было, да? А вот так и вот эту ферму построил небольшую такую. У нас что там, кстати? О, да ну нафиг, тут уже почти что все и выросло. Так, это бы все пособирать. Все бы пособирать, да не пособирать. Тут бы сундучок создать, чтобы каждый раз домой не бегать, а все складывать вот сюда. То есть собрал, сложил, посадил. Собрал, сложил, посадил. Только где бы вот это все? А если, например, как-то вот так? Или нет? Или не вот тут, а вот тут. То есть с этой стороны вот это, с этой стороны вот это. Чтобы печку сюда, точно. Чтобы это все пережаривать. Просто, ребята, чтобы домой каждый раз не бегать. Извиняюсь, что-то голос как-то. Чтобы там... Да ты ж... А, ну, кстати, хорошо, что хотя бы вот это есть. Чтобы каждый день домой не бегать... Ну, какой нафиг каждый день? Чтобы каждый раз домой не бегать, просто-напросто собрал, посадил, да и все. Собрал, вот сюда поставил, пережарил, остальное посадил, да и все. Ну, посмотрим. Может, в принципе, и домой сбегаем, это потом посмотрим. Сначала вот это сюда... Вот так, что... А, так, вот это так. Отлично. Тут, в принципе, тут почти что все. Ну, как бы созрело, да, то и тоже есть пару, которые еще не созрели. Вот это тут. Отлично. Так, это собрать. Это можно посадить. И, в принципе, уже нормально так еды добавилось. Давайте сейчас посмотрим. Уже нормально. Ну, почти что стак морковки. Это, в принципе, так нормально. А, ух ты, сколько вас там, ребяточки. Тут у нас Seeking, тут у нас... Нет, сюда не идем. И тут у нас... Ух ты, да, вот этот пропал. Ладно, значит, идем сюда. Быстренько. Ну вот тут как бы я начал вот такое строить, да. Вот это все. То есть... Нужно там много вот этого все достроить. Где там Гулдин был или кто там был? Ща. Так, что бы нам тут сделать? Да чё ты... Опять, сейчас. Да... Так, где-то. Вот тут оно, отлично, и... Да ты ж уже... Ух ты ж, ладно. У нас уже, ребята, три покемона с 60 уровня, то есть нам осталось еще прокачать трех покемонов каждому, ну как каждому, одному 11 уровней, второму, ну приблизительно нам в общем еще осталось прокачать где-то уровней так 40-50 приблизительно. Поэтому, ребята, или мы уже как бы начнем создавать магазин, или вот нам еще нужно вот это все тут подостраивать точнее. Что я хотел еще сделать? Может еще... Да я, в принципе, забыл, ребят, что я хотел сделать. Так. Ну давайте сначала посмотрим. У нас 3 ультрабола, 5 мастерболов. То есть, если мы будем ловить покемонов, то 3 ультрабола, конечно, не хватит. То есть, уже нужно делать... ферму, да? Еды у нас... Да, в принципе, еды у нас хватает. Каждый раз домой бегать, может где-то еще печки сделать. Фиг его знает. Фиг его знает, ребята. Так, сейчас, что я хотел? Тут у нас вот это, и тут у нас вот это. Отлично. Так, что еще? Давайте вылечим.
Еды. Еды хватает. Вот то, что хлама в инвентаре куча, тоже нужно куда-то это все поскладывать. В принципе, это и так пригодится. Это пускай будет в инвентаре. Там у нас кто? Диглет? Нет. Да, мы не идем. Так, ну что, ребята, чем бы заняться? Вот то, что действительно магазин нужен, так как продавать вот эту всю фигню нужно. Ну как фигню? Вот эти все вещи нужно продавать. Ну то, что, во-первых, и места нету, где магазин сделать. Точнее, тут нам еще нужно вот это все заполнить, и тут где-то мы начнем делать магазин. То есть заполнить эту фигню, да? И то, что нам еще нужно сделать самого продавца. Это не очень так. Хотя, в принципе, можно уже. Хотя я не знаю, ребята, я не знаю. Чтобы прокачивать покемонов. Я не знаю. Ну, в принципе, давайте сейчас как раз сделаем. Давайте сделаем хотя бы первого продавца. Так, ну что, делаем. Первый продавец. Где он, где он, где он? Вот. Вроде вот это. Так, сразу выключаем. И делаем где-то вот тут. Какое имя будет? Да фиг его знает, там Бенджамин было. Джонни, пускай так будет. Хьюм, так, это нормально. Давайте выберем тут любой. О, нет, это. Да, нет. Давайте, пускай будет какой-то. Нет, гангстер нет. Гангстер нет, не хочу. Это тоже нет. Да какой-то такой нормальный. Продавец у нас чего будет? Что мы ему будем продавать? Мы ему будем продавать алмазы за золото, точно. Тогда нужно какой-то. По идее, если мы ему будем продавать. Да нет, нет. Если мы ему будем продавать за золото, то есть это должен быть гангстер, так как он, в принципе, гангстер, у него все золотое, да. Хотя, просто это какой-то не очень. Это такой будет, да и все. Так, что у нас тут? Тут. Да, в принципе, это пускай все будет. Инвентарь это тоже пускай будет. Так, сейчас, ребята, цены. А вот цены я не помню. У нас было вроде. Сейчас, дайте-ка я подумаю, ребята. Чтобы была нормальная цена. То есть, один алмаз, например, один алмаз. Один алмаз 8 золота. То есть стак алмазов у нас будет стак ракенди. То есть нам нужно 64 алмаза, чтобы прокачать нашим покемонам 64 уровня. Это не очень. Если мы, например, сделаем один алмаз 16 золота, то это уже будет немного, ну как бы не очень, то есть за один алмаз мы уже сможем 2 уровня прокачать, за 10 алмазов 20 уровней. А так за 5 алмазов 5 уровней, за 20 алмазов 20 уровней. Давайте же сразу это сделаем. Так, это сюда, это сюда. Сейчас. Так, ну что, ребята, один алмаз. 8 золота. Сейчас. Сейчас. Допустим, 2 железа. И фиг его знает. Давайте подумаем. То есть 10 алмазов. 10 уровней. Сейчас бы с железом этим разобраться. 10 алмазов, 10 уровней. Тогда, допустим, 10, если один алмаз 8, если, например, 5. Нет. То есть один стак железа у нас будет 60 штук. У нас будет 6 уровней. Да ну нафиг. То есть стак алмаза у нас 64 алмаза 64 уровня.
64 железа, 6 уровней. 64 железа, 6 уровней. Да ну, ребята, это будет хотя бы половину. То есть 5 железа. Да, ну я понимаю, что это немного глупо смотрится, так как если судить, то золото, можно сказать, ценнее. Ну как ценнее? Оно тяжелее добывается, чем железо, так как его меньше, да? То есть как можно быть, что... Как может быть вообще, что железо стоит меньше, чем само золото? Я это понимаю, но если судить со второй стороны, мы покупаем золото для раркенди, то есть, можно сказать, это идет цена в раркенди. Чтобы не покупать сразу раркенди, чтобы ее тоже делать хотя бы, да, мы покупаем золото. То есть, у нас, ребята, давайте еще раз посмотрим. Один алмаз. Нет. 30 алмазов. Нет, давайте еще раз. 64 алмаза, 64 раркенди. 10 золота, 2 раркенди. 20 золота, 4 раркенди. 40 золота, 8 раркенди. 50 золота, 10 раркенди. 60 золота, 60 железа, 12 раркенди. Вот это нормально, ребята. Стак железа у нас будет 12 раркенди. Это, в принципе, нормальная такая цена, ребята. Нам нужно стак железа, чтобы нам прокачать 12 уровней на 6 покемонов. А если, например, хотя бы еще на 2 поднять, допустим. 14 железа, 2 уровня. 28 железа, 4 уровня. Нет, это уже как-то не очень будет. Это уже не очень будет. Давайте еще хотя бы на 1 убавим. 12 железа, 2 уровня. 24 железа, 4 уровня. 48 железа, 8 уровней. Ну, это не знаю. 48 железа. Сколько там было? 20... Нет, еще... 12. 2. 24. 4. 48. 8. Потом, допустим, 54. 9. 60. 10. То есть 60 железа, ребята, у нас ровно 10 раркенди. То есть нам нужно стак железа, чтобы у нас было 10 раркенди. Ну, давайте вот так у нас будет, ребят. Я думаю, цена разумная, то есть нормально вот так. Давайте сейчас возьмем, я не знаю, но это как бы 4 давайте возьмем, может. Допустим, вот так, да. Вот так. В принципе, нормально. Что мы там еще можем продавать, ребята? Вот то, что редстоун, я не знаю, ребята. Редстоун как бы... Это редстоун, да, поэтому... Фиг его знает, ребята. Давайте один блок редстоуна возьмем. Допустим... Да ты твою ж... не то, ладно. Сколько у нас там было? Да чё ты вот так? Сейчас. Сколько у нас было? Что нам ещё взять нужно? 1, 2, 3, 4. Вот так. Это у нас вот так. Возьмем, поставим это сюда. Это 8. Сюда 5. 8. Сюда 8. Сейчас стак. Нет. Не-не-не, сейчас. Сколько у нас из стака
Из 100 редстона получается блоков. Это я не знаю, ребята. Ладно, чтобы... Давайте, чтобы не считать. Давайте-ка мы... Давайте-ка мы вот... Так. Давайте-ка мы вот так. И стака у нас получается 7 редстоун блоков. Семь редстоун блоков. Это, в принципе, я не знаю, ребята. Если, например, поставить, за сколько мы будем продавать вообще. То есть, стак... Чтобы добывать все ресурсы, допустим, стак редстона... Ой, сейчас. Вот что я хотел, так. Ну, просто то, если так судить, то нам еще и лазурит нужен. Давайте стак редстона, чтобы не перебарщивать, давайте у нас будет... Стак редстона. Стак редстона. Три раркенди. Я не думаю. Ну, конечно, редстон не так уж и тяжело добывать, можно и так, ребята, сказать. Но просто то, что три раркенди не играет, мне кажется, большой роли. Ну, как бы играет, ну, как можно сказать. Стак редстона тоже не очень тяжело добывается, но и три раркенди это тоже не очень много. Поэтому, ребята, в принципе, нормально. Вот больше я не знаю. Лазурит, уголь. Уголь нам нужен, лазурит, допустим, не будем мы добывать. Все, ребята, есть у нас магазин. Потом мы сделаем, например, как это? Чтобы мы продавали ресурсы. То есть, сделаем потом магазины, где мы будем продавать шапки. Шапки, лечилки, покеболы и вот это все, что мы делали, мы будем продавать за алмазы. То есть, вещи, которые мы выбиваем с покемонов, мы продаем за алмазы. За алмазы мы покупаем в золото. Из золота мы делаем раркенди, и с помощью раркенди мы прокачиваем покемонов. Плюс к тому, мы потом еще можем сделать себе магазин, допустим, с тех же вещей, которые мы выбиваем с покемонов. Точнее, там, например, яйца, кожа, что тут еще, тут больше, в принципе, нифига нету. Яйца, кожа, вот курятина, да, которую мы выбиваем, что там еще есть? Что там еще есть, ребята? Я, если честно, уже не помню. Ганпаудер мы тоже выбиваем, да, выбиваем вот это с магмара, это, да, короче, тут куча тоже ресурсов есть, которые мы просто-напросто можем засунуть. В магазин, как бы, ну, поставить магазин, чтобы он там, чтобы мы продавали там, да, точнее. И, в принципе, я думаю, нормально будет. Это мы возьмем, да, то есть мы это можем покушать. Тростник. Вот нам нужно, ребята, сделать ферму тростника. Это, ну, в принципе, это мы потом сделаем. Так, еда. Хочу посмотреть, сколько тут еды. В принципе, так еще нормально, ребята. Например, это тоже можно вот сюда все поскладывать. Например, сюда мы сделаем вот так, да? Тоже уже нормально, 5 хлебушка. Там у нас кто? О, тебя можно убить. То, что, ребята, в принципе, еще осталось... трех покемонов нам прокачать, и потом мы уже сможем себе другую команду взять, чтобы просто-напросто, ребята, чтобы очень-очень долго не прокачивать этих всех покемонов. Так будет намного проще, если мы... А, да ты еще и отходишь. Ну чё ты... Иди ты... Во. Ух, ты, а, ну все. А, нормально. О, отлично, Лайрон эволюционирует, ребята. Шайни, Лайрончик. Давай. Сколько там еще тебе уровней осталось, чтобы тебя прокачать?
Отлично, ребята. Magikarp. Так, вот он. Вот такой. И... О, там еще кто-то. Magikarp. О, Венозар 50 уровень. Отлично, вообще ему еще 10 уровней осталось. Где ты? Так, точно, у нас же в инвентаре, чтобы можно выкинуть быстренько, 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 чтобы можно выкинуть. Я не знаю, ребята, чтобы можно выкинуть. А чё, это не под... А, вот, всё. Я думаю, чё воздух не кончается, она же шапка. О, ещё один боссик, чё-то вас как-то много, боссиков. Да это, да фиг его знает, что ещё можно выкинуть. А вот это, например. А там еще что-то было, что мы не подняли. Да, в принципе, нет. Ну что, давайте убьем. Я не знаю, с чего, ребята, нам делать магазин. То есть в магазине у нас будет минимум 1, 2, 3, 4, где-то 5, 6, 7. Ну где... Ух, нифига себе. А, он... А, да, зараза, он уже пропал. У нас будет где-то 5 продавцов, если не больше. Которому мы будем продавать. Один продавец, который покупает шапки, второй покеболы, третий лечилки, четвертый, в которого мы покупаем покеболы, в пятого, в которого мы покупаем, что мы там еще покупали. Да, в принципе, тот же опыт, да, как было в прошлом сезоне. Удочки покупали и все такое, там был еще магазин. Пятый вот этот, шестой, где мы будем продавать. Ну, в принципе, о, шайни, где мы будем продавать ресурсы, ну, как ресурсы, то есть вот те все шмотки, которые выпадают, кто это? Фиро, ладно, не нужен нам Фиро, Фиро у нас уже есть, поэтому не будем мы его ловить. В принципе, ребята, я так думаю, давайте уже на этом закончим эту серию. Создали мы хотя бы уже первого нашего продавца, в которого мы можем уже продавать вот эти все вещи. Ну как, не вот эти все вещи, а только ресурсы. В принципе, давайте еще сначала посмотрим. Посмотрим, сколько у нас вообще там ресурсов. Изумруды, точно, еще изумруды. Ну хотя изумруды у нас одна штука, поэтому как-то... Изумруды, у нас есть еще тут немного золота, то есть еще и это золото. Вот у нас и лазурита тут дофига есть, ребята. И лазурита есть дофига. А вот железо... Че там за фигня? Я там Инферней повидел. Это, походу, наш был или фиг его знает. Вот то, что лазурита у нас тоже, ребята, дофига. Хотя я его толком-то и не собирал, но он у нас тоже есть. Поэтому я так думаю, что... Что, в принципе, ну как? Нет, все-таки, ребята, давайте мы тоже лазурит поставим. Как-никак, но пускай он тоже там будет. Так, сейчас. Так, что нужно? Что нужно? Вот, точно. Нет, где оно? Вот. И золото. Ну вот то, что цену на лазурит, ребят, я даже не знаю. Цену на лазурит. Ух ты, если бы я знал, ребята. Если у нас так редстона это... Три раркенди. Да, сейчас. Если сейчас. Ребят, я даже и не знаю. Так, вот. Если у нас стак редстона, это... Стак редстона, это 3 раркенди. 24, 20...
27. Чё-то я, ребята, как-то... Давайте, может, еще раз? Нет. Так, 1, 2, 3. Половина. 1, 2, 3. Вот так. Сейчас половину забираем. Ух, Фиро, вижу, вижу, ты очень там на меня напасть хочешь. Давайте 3. Давайте так, ребята. 3. Да что-то я опять что-то не то, где у нас вот это. 3. Вот. 3 блока, то есть один стак раркенди, какие нафиг, один стак редстона у нас будет 3 раркенди, а пол стака лазурита у нас будет тоже 3 раркенди. То есть стак редстона у нас 3 раркенди, а стак лазурита у нас 6 раркенди. В принципе, я думаю, ребята, нормально. Так, там у нас еще покемончики есть. Давайте-ка. Кто там у нас? О, босс, босс, босс. Тебя тоже можно убить. В принципе, нормально, ребята, я так думаю. Уже хотя бы уже цены такие более-менее есть. И, в принципе, уже... Уже мы... Да ты что, прикалываешься? Уже, в принципе, можно продавать, уже можно покупать себе золото, да? Но вот то, что, ребята, у нас нету... Нам нужно еще сделать ферму тростника вот тут, на нашей ферме. Ну, как бы, да, на нашей ферме. Нам нужно там сделать ферму тростника. Где еда? Вот. Нужно сделать ферму тростника, чтобы у нас было и золото, и тростник. И что нам еще нужно для раркенди? Глоустон, вот за кучей глоустона, или потом мы пойдем в ад, чтобы просто-напросто добыть себе просто нереальное количество глоустона, чтобы оно у нас было, да и все. Чтобы даже о нем не думать, что о, у нас там глоустон кончается, нам нужно идти куда там. Нам нужно идти искать вот эти, как его там. Искать покецентры, да, чтобы себе глоустона добыть. Это, в принципе, тоже... Не знаю, нужно ли, нет. Или действительно потом пойдем в ад и добудем себе кучу глоустона, да и все. Посмотрим, ребят, это потом посмотрим. Вот так. Это, в принципе, пускай вот тут стоит. И что еще нам нужно? Вы там не топтите, ребята. Топчите. Чё вы там? Так, кто там еще? О. Поэтому, ребята, в принципе, я даже не знаю. Яблоки, точно, нам же еще куча яблок нужно. Вот по поводу яблок, ребят, я даже не знаю. Или будем вот так деревья рубать, что потом у нас просто нереальное количество того же дерева будет, да? Если мы вот так будем... Каждый раз идти кучу деревьев рубать. Или просто-напросто сделаем опять покупку же яблок. Ну это, ребят, это потом мы разберемся. В принципе, хотя бы мы уже сделали магазин, да? Что мы уже можем себе золото покупать. В принципе, ребята, я так думаю, давайте уже на этом закончим эту серию. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем за просмотр, всем удачи и всем пока.